Между тем, жители Ноябрьска не спешат платить за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сегодня на заседании Совета директоров администрации города сообщил управляющий директор Северной энергетической компании Александр Урюпин. По его словам, январь традиционно провальный в этом плане месяц. Особенно пассивно к оплате счетов относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица. За ЖКУ они рассчитались только на 60%, за электроэнергию выплатили меньше половины. Урюпин подчеркнул, что если в январе неплательщикам не могли ограничить подачу ресурсов из-за низких температур, то теперь такие штрафные санкции возобновят. Кроме того, на совете вновь подняли проблемный вопрос об очистке дворов от снега. Представители управляющей компании НЖСК уверили, что недавние недочеты, на которые им указали собственники и представители администрации города во время проводимого рейда, устранены. Сейчас мы разработаем схемы, где все-таки хоть можно на 10 дней складировать снег, чтобы не было нарушений, чтобы вблизи домов она не было, на газонах не было. И я думаю, мы схемы разработаем, сейчас наши юристы тоже занимаются, там по 170-му положению согласуем.